Украли сумку. Чат, вы представляете, блин, злодеи. Еще есть. О, уровня метаболизма максимально. Собака с милицией обещала прийти. Кто-то на территории во временке ходит по дереву. Вот тут. Кто-то еще ползает где-то. Блять, что не понимаю, что происходит. Блять, вот, отвали нахер. Где он ползает, блять, не пойму. Лежит крысёныш там. Но это ни хрена не мышка, потому что это появилось в раз с новым патчем. Едить тут Черикс. У тебя все в порядке, друг? С такой снарягой. Двое. Не умер, дядя. А МГС-ка прям лютует. Хочу туда быстрее. Почему-то я думаю, еще один челик где-то сидит в этом в стройке. Ощущение такое есть. Это решаловские. А челик, походу, на лестнице сидит. Вот здесь.
Либо вообще в подвале тусуется. Один вообще вот лежит с по 90-ком, блин. Слева скидывает оружие. Сучара. Крысиная. Минатрик, здорово. Полутал, правда ведь? Блин, а у меня ведь уже 70 килограмм. Так, что у тебя тут? Вепрь-то неплохой, кстати, такой прям. Все, вот теперь точно пойдет. Поехали. Сколько там? 85 килограмм. Нормально. Так. И вот так, короче. Вот. Подожди, а это кто? Кого-то я не лутанул, что ли? Помните, когда я вышел на малую стройку, два типа как бы шли справа налево, да? Я по ним вот так потапал, и потом пошел обходить через бочки, там самолет полетел. Я убил там какого-то типа, я ему в голову тапнул. Походу тот, который под малой стройкой был, короче. Вот это он, я даже не знал, что я его убил. Потом убил лежачего за мусоркой, типа, который на меня выскочил. И вот этого уже убил в ЭГС-ке. Я ему первым шотом не в голову дал, что ли? На Америке пробовал таможню, всегда встречал пати крыс. Да? Серьезно? На Америке наоборот, люди более раскованно, так сказать, играют. С ними интересно драться. Ты насколько надо быть хлебушком, чтобы просто вот так типа сесть и сидеть? Что это вообще? Определенно туда.
Так. Еще есть. Я думаю, все. Если кто-то еще есть, то это прям мега тактический игрок. I daddy. Well. Только не пойму, тут они что, с ботами стрелялись все это время? Блять, кто-то мою сумку украл? Вы серьезно, Абалян? Украли сумку. Чат, вы представляете, блин, злодеи. Похитили, блин. Похитили мою сумку. Художественный фильм, да-да-да. Собака с милицией обещала прийти. Не, прикиньте, положил в сумку, блин. Все пропало, блин. Под сигары отечественные. Три. Магнитофоны замшевые. Значит, и эта таможня борется за звание... Карты высокой культуры быта. Пойдет. Кстати, прям четенько. Я не помню, как я этих убил. Хера себе, чел, блядь. Из-за стенки не вылез, уже мне в грудину дал. Сервера пока не внушают доверия. Понял. Понял, все понял. Это что был за выстрел? В смысле, блин? Алло. Я же слышу кого-то. Блядь. Ёбаная крыса, блин. А почему звука куста-то не было? Слышно, что он крутится на месте, но... Звука куста нет. Это шо, блядь? Блядь, читак! Сука, читак. Блин, знаете, мне кажется, тот, который с Мосинкой, тоже был с читом, если честно. Знаете, почему он читак? Давайте, кстати, ник запомним, посмотрим потом уровень. Так, запомните чат никнейм. Monkey Boy Brad. Monkey Boy Brad. Смотрите, блин. 5 попаданий, блядь, в голову. Нормально? Без промаха.
Сейчас сейфы пооткрываем, тогда на выход пойдем. Странно вообще, что типа убили решаловских, но не залутали сейф. По уровню метаболизма максимально. А? Все это время? Да? Получается. Кто-то стрелялся с решальными. Причем без звука. Ну, я слышал, как стреляли решалы, а кто стрелял по ним, звука не было. И этот кто-то всех их, значит, положил. И... открыл сейф в закрытой комнате. Ловкость рук, никакого мошенничества. Ага. Что-то не верится мне вот. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.